Так, жетоны. Товары за жетоны. Так, смотри, тут что есть. Унзе Панзер, ну, сложный танк и неинтересный. Не советую, слишком сложный. ПТшка, тоже высер никому не нужный. Шарфутюр, ну, если ты играешь на ЕБР-105, тебе зайдет. Если ты ЕБРов презираешь, этот танк тоже не понравится. Остается только 777 и фаза. 777 слишком косой, слабый ДПМ. Плюс-минус такая не очень хорошая броня. Фаза, аналог 9-го коня. Очень-очень сильный танк в позиционке. Обладает охуенным орудием. От Т-110Е5 просто чуть понерфленной перезарядкой, с тобой и, по-моему, пробитием. Вот так, из всего этого списка танков, самый лучший вариант — это фаза. Я тебе рекомендую взять фазу, допустим, и купить боны. Либо взять фазу и взять 777. Ну, Шарфутюр, конечно, из всей этой троицы, наверное, ну, может быть, один из лучших. Может быть. Но он в любом случае конкурирует с фазой. Потому что я видел у многих людей на этом танке, ну, адекватный урон. Хоть это конченый, токсичный геймплей. Я тебе рекомендую фазу. Купишь его, реально познаешь, что такое адекватный тяж. Так что рекомендую его. Но если ты гонишься, типа, за уникальными танками, можешь взять его. Но, опять же, не думаю, что это того стоит. В общем, в любом случае, думай сам. Я рекомендую фазу взять. И потом боны. Все.